комбинация. И мы вот в 4 машины выбились, вырвались. Выходить было тяжело. Мы встали, короче, жопа метет. Ночью намело сугроб вот конкретный. Метет. В общем, вот так вот поддувает, но сегодня хотя бы тепло. Вчера был вечером такой же ветер, но с хорошим таким минусом. Сейчас уже потеплело, но дует конкретно. В общем, будем собираться, сейчас перекусим и будем уезжать. Че, как будем выскребать сейчас? Сейчас кушаем, завтракаем, собираемся. Диму за руль не отпускаем. Да, действительно. Нельзя, потому что мы сейчас за него будем полдня копаться. Рома вперед пробивает мощным двигателем. Да, дайте мне покататься на. Просто, Рома, сделай, ты можешь потеряться чуть-чуть сейчас по. Мы сейчас можем следы потерять. По карте? Да, по карте надо, чтобы Миша тебя туда навигировал. Я тебе хочу, знаешь, что вот, сказать? Вот, тебя, кроме посадить. То нет есть. Смысла мне сейчас ехать по следам. Я тоже так считаю. Потому что следы стопудов заметены, и за счет этого еще там побольше скопилось снега, он глубже. Короче, погода не айс, вообще не благоволит. Нет, как раз таки айс. Надо уносить ноги, пацаны. Да, у нас, знаешь, сколько сил надо, чтобы лопатой грести? Да не будем мы лопатой грести, да не будем мы лопатой грести, да не будем мы лопатой грести. Ну, мы-то понятно с тобой, мы водители. Заслушаешься. Мне из 10 желез удалось спасти только 4. Остальные выдалбливать не стал, выдрал. Забило снегом.
Веселее стало. У нас теперь 4 экипажа. Чудо, мы выбрались. Мы выбрались на грейдер. Что, мы спаслись уже или еще нет? Всем привет. Все, давай на заправку на это, в Курно и домой. Потихуя. Мы тебя ждем? Я качаться не буду пока. Мы тебя ждем или вместе поедем? Нет, вместе поехали. Там мы накачаемся, да? Да, да, заправка. Все, давайте, Рахмет. До скорых встреч. Ну вот, добрались мы. Не без труда, конечно, но добрались. Трасса, в принципе, легкая была. Вот с озера было выбираться трудно. Все барахло занесли. Сейчас будем все сушить.
Палатка капец, вся снегом забитая. Сейчас будем все сушить. Ну что, ребята, даром говорят, да? Ну, громко поспать здесь лучше. Было понятно, что будет слом погоды, что ничего хорошего это не предвещает, но и тем не менее, раз уж собрались и тем более пообещали, то поехали. Ну что, Григорий, можешь сказать по поводу произошедшего? Набрались, слава богу, да? Живые, здоровые, все в порядке. Я скажу, что если вам смс-ки приходят, что завтра буран, то лучше прислушайтесь и не едьте. Да, успокаиваешься тем, что ты просто набрался опыту, не знаю, полезного, не полезного, но какого-то набрался. А сил потрачено, финансов и времени куча. И хорошо, что еще были машины, кроме нас. И мы вот в 4 машины выбились, вырвались. Выходить было тяжело.